Приветствую, друзья! Еще одно краткое, но важное сообщение от YouTube. Сегодня пришло письмо от одной из моих партнерских сетей, Agency of Internet Rights, в котором они уведомляют о сбоях в работе YouTube. Наблюдается отключение монетизации по причине недопустимых действий или нарушений на каналах. Причем это происходит как для каналов с полностью авторским контентом, без каких-либо нарушений авторских прав или принципов сообщества, так и на каналах, которые размещают чужой нелегальный контент. Причины данной ситуации пока что непонятны. И медиасеть, ее сотрудники пытаются разобраться, что же на самом деле происходит. Я полагаю, что это связано с избыточным закручиванием гаек на YouTube. Как я раньше уже сообщал, вначале изменили правила политики отключения монетизации, внесли ряд ограничений для новых каналов, уменьшили количество видеороликов для продвижения через поиск поклонников, запретили загружать одновременно большое количество видео, сразу банят с пометкой «спам», потом запретили создавать персональный URL для свежесозданных каналов и другие ограничения ввели. И похоже, что все-таки они перекрутили алгоритмы, переборщили с этими санкциями, и теперь система начала давать сбои, потому что эти отключения монетизации выдаются автоматом, то есть за счет работы алгоритма. Похоже, все-таки где-то переборщили с настройками, и алгоритм стал срабатывать в том числе против нормальных ваших видеороликов авторских полностью. Наблюдаем за этой ситуацией. Как только будут новости, я вам сразу сообщу. Я в контакте с менеджерами, с сотрудниками медиасети, поэтому при первом появлении информации я сделаю видео, чтобы вы тоже были в курсе. Спасибо за внимание. Можете также посмотреть на моем канале другие ролики, связанные с ужесточением правил YouTube. Я думаю, это будет вам полезно и, в принципе, интересно знать, быть в курсе. Всем спасибо, всем пока.